Во времена давно минувшие жил на свете богатый и коварный хан. Однажды, охотясь недалеко от своего лагеря, он увидел молодую красавицу. Вид ее был подобно дочери солнца. Полюбил хан, ведь невозможно было оторвать взгляд от ее грациозной походки. Девушка же была родом из бедной семьи. С детства она была обручена с молодым человеком. Уж так нужно было судьбе, чтобы они горячо любили друг друга. Но узнав о коварном плане хана, они решили бежать. Но воины хана схватили их. Юношу убили, а молодую девушку отвели к хану. Не выдержало сердце девушки, и она в тот же миг скончалась. С тех пор прошло много лет. На ее месте образовалась гора, что-то напоминающее разбитое сердце. С тех пор это разбитое сердце привлекает множество людей. Сегодня мы отправимся именно туда. Действительно, если стоять у подножия горы и смотреть на ее вершину, то высоко на фоне неба видны очертания разбитого человеческого сердца. В средней части горы выступает красная глина. Кажется, что сердце кровоточит. Находится это интересное горное образование прямо у дороги по пути в известный курорт в Кыргызстане Джейти-Огус. Эти два горных пейзажа уже почти стали символами Иссык-Кульского региона и популярными изображениями для фотографий и картин. Разбитое сердце – излюбленное место влюбленных и простых туристов. Нет человека, который бы не знал легенду о происхождении этой горы. Местные жители с удовольствием рассказывают о нем. Неподалеку есть село, где находится древнее кладбище и несколько курганов, датируемых с 7 по 5 столетия до нашей эры. Предполагают, что это поселение служило ставкой усуньского правителя. Долина с несколькими возвышающимися красными горами из песчаника действительно одно из самых живописных мест в Кыргызстане. Люди сюда приезжают за тем, чтобы насладиться видом изумрудных скал и чтобы поправить здоровье. Ведь именно здесь есть горячий источник, целебные свойства которого позволят вам избавиться от многих мучающих вас болезней. Это уникальное место наводит меня на мысль о том, что каждый из нас имеет минуты разочарования, печали и горести в этом мире. И подобно этому разбитому сердцу, каждый из нас впадает в уныние. Но Всевышний сегодня готов подарить мне и тебе, мой друг, совершенно новое сердце. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять, и будете жить на земле, которую я дал отцам вашим, и будете моим народом, и я буду вашим Богом.